Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу «Миколая» програма «Це вас хвилює», в якій ми говоримо на різні важливі, актуальні та злободенні теми. Сьогоднішня тема наша буде дуже цікава і я впевнена, буде стосуватися кожного, адже тема, яку ми сьогодні обговорюємо, це новий бюджетний кодекс 2015. Що цікавого в ньому, як це стосується всіх наших громадян нашої України, нам сьогодні розповість Олена Ласкіна. Це юрисконсультант фірми «Профальянс». Добрий день. Олена. Ви дуже часто на гості, кваліфікована, розумна жінка. От, спасибо. Та, будь ласка, гарні слова для гарної людини, мені не шкода. Тож, говорити ми будемо сьогодні на дуже серйозну тему, не дуже приємно в деяких моментах, проте надзвичайно важливо. Це бюджетний кодекс. Що він нам приготував? Будемо старатися взяти положительні моменти з цієї теми. Проте ми готовимо для того, да. Те, що не дуже. Те моменты, позитивно. Которые у нас будут каким-то образом, отрицательным образом, ну, это временное явление, как бы все люди должны понимать, что все, что имеет упорядочение, как дома, мы все делаем порядок, стараемся свою квартиру убрать, так же самое, таким же образом у нас и в государстве это происходит, бюджет, это большая уборка, то есть наводим порядки у себя и думаем, что будем все хорошо. Опять же, почему хорошо? Потому что если существует какая-то вопросная ситуация по налогам, по сборам, по пенсиям, по жизненным вопросам, потому что как бы мы живем, имеем монетарную систему, то есть денежную, то есть у нас не как в первобытном общинном строе, да, меняли там крупу на молоко, то сейчас все касаемо денег должно быть упорядочено. Ну, в принципе, давайте по порядку. Давайте розпочнемо з зарплат. Всі наші мешканці нашої батьківщини отримують зарплату. Що стосовно зарплати в новому бюджетному кодексі? Що з нас будуть отримувати? Які зафіксовані? В принципі, как бы, касаемо зарплатних частей, ми бачимо, що змінення коснулись достаточно серьезным образом определенные слои населения. Могу сейчас только как бы для всех показать общую такую, как говорится, примарочку такую, то, что, ну, как вы знаете, бюджет по сей день рассматривается, по сей день происходят всякого рода изменения. То есть мы сейчас с вами будем обсуждать, стараться хотя бы взять то, что касаемо сегодняшней минуты. Потому что мы знаем, что сегодня у нас принялся уже, начался рассматриваться, либо принялся, не могу вам точно сказать, по поводу неприкосновенности депутатской. Угу. Вот. То есть, что мы имеем сейчас? Мы имеем, что у нас существуют определенные данные по бюджетным организациям, бюджетным сотрудникам, существуют лимитированные заработные платы уже, которые вот, существуют ставки прогрессивной шкалы подоходного налога. Если у нас существует заработная плата, то, соответственно, с нее удерживаются налоги и взносы. Вот. Это единый социальный взнос, подоходный налог, фирмы, частные предприниматели ведут отчисления. Здесь мы видим, что у нас идет увеличение при определенном минимуме, максимуме, извините, пожалуйста. То есть здесь мы видим, что эта часть нашего населения, она сейчас вот на 10% попала под раздачу, будем грубо говорить так. Что это означает, Лена? Ну, это означает то, что от суммы начисленной заработной платы люди будут меньше получать денежные суммы. На 10% меньше от того, что они отримали. Да. Это опять же, касается бюджетников. Это нет, это не бюджетников, это общее. Касаемо бюджетников, там у нас вот, если у них есть заработная плата, то она не должна превышать определенного порога. То есть это у нас не превышать 7 минимальных заработных плат. Это, то есть как бы у нас существует бюджет, который принялся, существует минимальная заработная плата. Она начисляется у нас на 1 января и на 1 декабря. Опять же, это может быть пересмотрено. Опять же, эти данные необходимы для каждого человека, потому что у нас есть люди, которые зарабатывают заработную плату. Есть люди, которые получают пенсию. Есть люди, которые получают всякого рода пособия. Это все у нас идет привязка либо же к минимальной заработной плате, либо же к прожиточному минимуму. То есть, если человек получает заработную плату, у него есть свои налоги и сборы. Вот люди получают расчетные листики, и по расчетному листику он смотрит, что с него удержали. Вот. То есть в данной ситуации касаемо бюджетников, пока это не ограничение заработной платы по работникам бюджетной сферы, я это сейчас говорю вскользь, потому что там, извините меня, говорить не говорить. Мы сегодня ведем с вами обзор. Обзор, что самое основное для максимального количества людей. Поэтому мы это и оговариваем вскользь.
Хорошо, продолжайте. Да. Я думаю, что наши телезрители просто припали к телеэкрану, когда идея касается их заработной платы. Это очень интересно. Что нас будет удерживать? Сколько мы будем получать? Вена, отвечайте. Это очень интересно. Мне как человеку, который получает зарплату, тоже. Смотрите, касаемо всех остальных сотрудников, у нас с вами, слава богу, ничего не поменялось, кроме подоходного налога, который вырос от максимальной категории, от максимальной суммы, там 10-280, если эта сумма больше, вот, то, соответственно, вы будете оплачивать больше подоходного налога. Для основной массы людей оно не изменилось, слава богу. Вот, то есть, вот, опять же, смотрим положительные моменты в бюджете. Хорошо. Вот, положительный момент. Что касается людей, которые получают пенсии, здесь, к великому сожалению, вот я вот тоже, как бы, в принципе, когда готовились к эфиру, столкнулась с тем, что написан кодекс, написано разъяснение, но конкретики, к сожалению, пока мы в большинстве своем не видим. Поэтому, как бы, я специально вот подготовила номер телефона горячей линии. И, в принципе, как бы по этому номеру телефона, как бы, рекомендую людям прозванивать, если существуют какие-то у вас вопросы по пенсионному начислению. Единственное, как бы, сейчас могу сказать четко, что, как бы, индексировать пенсию сейчас не будут. Если и будут происходить какие-то перерасчеты, то это будет происходить пока есть данные, это за каждые 2 года. Вот. Опять же, если раньше была возможность людям пойти досрочно на пенсию, сейчас этого не будет. Вот, можно было пойти за 1,5 года, если было сокращение кадров или такое. Сейчас этого не будет. И что, в принципе, как бы отрицательный момент, что так же само ввели сейчас обложение пенсии, если пенсия превышает сумму 3654 гривны. Эта сумма облагается налогом у нас 15%. Ну, то есть, опять же, касаемо всех, как таковых людей, большинства людей у нас, ну, я не скажу, что огромное количество людей, которые получают пенсию выше 4000 гривен. Большинство людей у нас получают пенсию там 2000 гривен. То есть можно сказать, что хорошо, большинства не коснулось. Моя бабушка получает минимальную пенсию. Вот, то есть... Моей бабушке это не коснется, ну, да. Да, это позитив, конечно. Да, она вот, опять же, нашли положительный момент. Да. Вот, и хотела бы сказать бы на горячий номер телефона вот пенсионного фонда непосредственно, это 0800-503-753. Вот я вот тоже попробовала, проэкспериментировала, к сожалению, с первого раза не дозвонилась. Вот, то есть, как бы, здесь, опять же, терпение и труд должны вам помочь. Но, опять же, если есть вопросы, вы всегда можете задать их вот в редакцию к вам. В принципе, как бы, в эфире можно будет рассмотреть любой вопрос, который вас будет интересовать. Лена, а что касательно недвижимости, на покупку-продажу будут ли введены какие-то налоги? Да, вот сейчас вот касаемо людей, которые что-то имеют. Вот, давайте вот у нас имеют, что у нас люди имеют. Имущество, движимое, недвижимое и денежные какие-то сбережения. Вот, то есть, как бы, давайте вот сейчас. Что касаемо самого недвижимости. Недвижимости – это у нас дома, сооружения, земля. Люди имеют как то, так другое. Некоторые имеют одно, а некоторые имеют все вместе. Существует у нас введенный сейчас налог на землю. Пока существуют данные, что те, кто владеет квартирой, площадь, нежилая, а общая площадь которой составляет 60 квадратных метров, они не будут попадать под этот налог. Опять же, среднестатистическая квартира, грубо, да, она до, ну, 50-55 квадратов. У меня 53, значит, я не попадаю. Вот, вы не попадаете. Хорошо, спасибо за хорошую новость. Да, то есть, а те люди, которые владеют, допустим, домом, и дом 150 квадратов, общей площадью, на этой территории этого дома, да, будет там гараж стоять, сарай стоять, тот же дом, и эта площадь будет составлять 150 квадратов, из них 120 квадратов – это та площадь, которая не будет облагаться налогом. Вот. Опять же, вопрос налога здесь не глобальный, здесь не в огромных деньгах, таких вот, ну, для некоторых 5 рублей деньги, потому что еще плюс расчет на кассовая банка 15 будет. Но здесь, в принципе, как бы вопрос о 2% от минимальной заработной платы. Минимальная заработная плата у нас с 1 января у нас 1218 гривен. Я взяла, извините, бумажечками, чтобы ничего не запутаться. То есть, соответственно, как бы сумма налога будет, ну,
25, да, вот что-то такого плана. И опять же, как бы, ну, я не думаю, что это будут такие бешеные деньги. Опять же, смотрим, что это деньги, как бы, мы знаем, налоги и сборы у нас попадают куда-то, в какое-то казначейство. Вот, мы столкнулись с ситуацией перед Новым годом. Ладно, вспомним прошлое. Ну, кто вспомнит прошлое, это не сильно хорошо. Но в данной ситуации говорим о позитиве. Было 29 января, коллапс снежный. Ах, у всех был дурдом, да? Но при этом как бы все сплочились, все сделали, и, ну, как бы люди, ну, начали позитивно думать и мыслить. Здесь, в принципе, так же самое. Если мы будем дружно пополнять наш бюджет, в данном случае это местный бюджет, то у нас не будет больше ситуации со снегом. Вот, потому что местный бюджет не будет дырявый. Потому что деньги, которые будут перечисляться за, получается, недвижимость, за владение недвижимостью, будут перечисляться в местный бюджет, соответственно, бюджет и он будет пополняться. Если будут стоять честные, справедливые люди, да, которые будут все, да, это правильно, данные, руководить. Да, да, да. Данные касаемо вот самой недвижимости, они будут браться из БТИ. Оценка, как вы знаете, сейчас вся оценка идет через экспертную оценку. Вот. То есть касаемо самой процедуры, просчета, как будет уведомление касаемо налогов, я вам сейчас пока не могу ничего однозначно сказать, потому что это также вводится у нас бюджет, вводится кодекс, изменения в кодекс, извините, и после этого идут разъяснения. На данном этапе могу сказать, что только сейчас появились все разъяснения по этому вопросу. Вот. То есть если у человека есть квартира плюс дом, и они совокупной площадью составляют, ну, грубо, 170 метров квадратных, человек не попадает. Опять же, это человек. Если он является сособственником, здесь идет совершенно другой разговор, потому что у нас за основу идет идентификационный код. Вот, на одном идентификационном коде существует такая-то квадратура по площади. Ну, вот, в принципе, как бы оттуда мы и будем с вами. Лена, я просто уточняющий вопрос. Если, например, у меня есть дом, там, допустим, 400 квадратных метров, и на нем живут прописаны 6 человек, буду ли я платить? Вот, соответственно, это у нас 125 квадратов за дом, то есть вы будете платить за 5 квадратов. То есть я ничего фактически платить? Ну, немножечко, да. Положительный момент, ищем положительный момент со всего происходящего. В принципе, как бы да, могу сказать, что это небольшой, ну, опять же, по копеечке, мы знаем, что наш Николаевск, там, порядка сколько там, 400 у нас тысяч, да, население. Угу. Вот, то есть, как бы уже что-то в казну да попадёт. Каждого по 24, да, гривен. Да, да, да. А что-то увеличились да какие-то новые сборы, налоги при покупке или продаже? Ну, по этому поводу пока мест ничего не было. Там... пока месте. То есть такой существенный. Не, у нас, да, у нас, как вы знаете, вот с нашим долларом пока месте его мандражирует, к сожалению, уже не сильно, но лихорадит пока. Пока мы знаем, что забито в бюджет, кто не знает, 17 гривен за доллар, там посмотрим. Сегодня в обменниках проезжало, был 19 уже. Вот. Но, опять же, касаемо кто хочет купить валюту, то у нас увеличился пенсионный фонд. Вот этот вот, ну, как бы, это уже дело такое. Ну, какой сейчас размер процента? Был 0,5, стал 2%. Вот опять же, это пенсионный фонд, все прекрасно должны понимать, куда эти деньги попадают. Это деньги попадают для наших с вами дедушек, бабушек, мам, пап. То есть вопрос пенсионного фонда это... Ну, я вот надеюсь, касаемо вот зарплат, вот которых мы вот немножко вскользь сейчас так взяли, что все-таки вот... то предложение, которое по уменьшению единого социального взноса для того, чтобы детинизировать саму вот эту зарплату в конвертах, оно все-таки заработает. Так же самое вот с юристами вот общались и с бухгалтерами. Все так же самое думают, если это все станет на круги своя, потому что как было предложение, что кто все-таки начнет показывать заработную плату живую, такая, какая есть, то, соответственно, они не будут платить нагрузку вот эту мощную, которая у нас есть, 41 с хвостом процентов. Вот, они будут платить вот эти вот, ну, грубо, 17%. Вот, грубо сейчас говорю, без десятых. Я надеюсь, что все-таки это заработает, и все-таки отчисление в пенсионный фонд. Потому что как бы все должны понимать, что рано или поздно пенсия придет ко всем. Да, и, к сожалению, все некоторые должны... Некоторые шутят, такой черный юмор, что могут просто не дожить, потому что постоянное повышение пенсионного возраста. Ну,
Как есть, я думаю, что Ну, все к сделали. сожалению, да, это черный юмор, но это фактическая ситуация наша в стране. Надеюсь, что 90 лет не будет. Я думаю, да. Лена, что касательно покупок машины и автомобилей Да, касательно. извините. А что касаемо транспорта, ну, тоже, к сожалению, вот такая вот была шуточная ситуация, когда рассматривали первоначально сам проект, то в проекте было записано, что машины будут облагаться те, которые объем двигателя от 2,5 кубов. Все дружно посмеялись, когда приняли уже бюджет и увидели, что там уже три куба автомобиля, объем двигателя, и машины, которые не старше 5 лет. Вот, то есть новые машины X-класса, и опять же тоже как бы, ну, немножко посчитали, что это уже наше верховное правительство уже к себе на руку сыграло в большинстве своем, потому что среднестатистический человек, который живет на Украине, он либо же машину имеет низкого класса объемом двигателя 1,6, 1,8 максимально, ну, 2, давайте, допустим, так вот, да, либо же, ну, еще что-нибудь поменьше. 2,5 литра, 3-литровые машины – это люди, которые бизнес-класс уже, да, вот могут себе позволить. Но почему тогда уже не сделать уже на всех владельцев транспорта за границей, допустим, во всех странах, налоговая база значительно больше, значительно мощнее. Сейчас мы видели, ввели налог. Может быть, наше правительство еще захочет изменить ставки, там мы тоже будем смотреть. Будем смотреть, что у нас будет твориться до 15 февраля. Будем просто ожидать. Сейчас мы видим, что ввели этот налог. Владельцы раритетных, грубо говоря, машин, может быть, я как-то так уж завиевато сказала, не старше 5 лет и объемом двигателя более 3 кубических. Они обязаны платить будут налог на А в каком автотранспорт размере? 25 тысяч гривен раз в В год. год. Это, опять же, годовое. Всех остальных это не касается. Ну, это Положительный серьезная момент. сумма такая, Ну, довольно. честно, не знаю, те, кто владеет такими машинами, как для них эта сумма. Ну, есть жадины, есть нормальные люди. Там уже дело ихнее. Вот, то есть, опять же, положительный момент, что большинства людей это не коснется. Опять же, там есть множество налогов, мы об этом поговорим в следующий раз, касаемо, точнее, не множество, а их еще три, касаемо владельцев транспорта и покупки транспорта, касаемо грузового транспорта, автобусов, акцизов на приобретение, на реконструкцию автомобилей, на газа, на электрические машины, электродвигатели. Это отдельная часть марлезонского Ну, на это монета. тоже есть налоги. Это тоже есть, они тоже появились. Ну, опять же, мы говорим сейчас о большинстве людей, и, в принципе, как бы их тоже не касается. Это все. Что у нас следующий момент, это касаемо денег. Было у нас декабрь, который имел свои негативные последствия. Сейчас по поводу денег мы видим, что доллар покамест более-менее стабилизировался. Вопрос по кредитам еще полностью не урегулировал. Напомню, что до Нового года Национальный банк должен был дать согласование вместе со всеми банками о списании и установке самого доллара на фиксированном уровне. И, соответственно, это должна была схема заработать для того, чтобы валютные кредиты, ипотечные кредиты люди могли оплачивать по фиксированному курсу, а сумму задолженности, которая накопилась у них, вот проценты, они были либо же реструктуризированы, либо же списаны. Опять же, мы это ожидаем. Что касаемо депозитов, здесь, ну, это, конечно же, отрицательный момент, это уже никуда не поспоришь. Владельцы депозитов будут начисляться налог, ввели на депозит. Пока нет официального разъяснения со стороны налоговой, это было буквально сегодня, я прозвонила в налоговую ГНА, нашу главную налоговую, пока не дали официального разъяснения, но те, кто будет, начисления есть, процентов на депозит будут облагаться 20%. То есть четвертую, грубо говоря, четвертую часть нужно будет отдать государству налогам. Не повлечет ли это за собой, что люди просто не будут... Не будут класть? Да. Ну, конечно. Ну, будем надеяться так, что как бы, если деньги лежат, люди все-таки их не будут забирать. И существует, опять же, мы знаем, что Нацбанк проводил массовые проверки со стороны, ну, на все вот банки, которые у нас вот существуют.
Так же самое как бы проводилось большое количество ликвидаций банков, и то есть были избраны те банки, которые максимально устойчивы. Ну, надеюсь, что как бы теперь, вот в связи вот с этой общей, ну, можно сказать, реформой, что все-таки наведется общий порядок, и люди будут больше заинтересованы в том, что как бы деньги будут храниться в надежных банках. И государство, опять же, наверняка рассчитывает на то, что как бы имея деньги на депозитах, люди все-таки как бы частично и будут приносить пользу. Они просто они будут лежать мертвым грузом, не работать. Уточняющий вопрос. А вот депозиты, это касательно вообще всех депозитов? Да, вне зависимости от размера его. Угу. То есть или у меня будет там лежать 2000 гривен, или у меня будет лежать там 500 тысяч. Пока так. Будем смотреть, что будет дальше. И будем думать о хорошем. Да. А что еще нам дает? Да. Дальше какие интересные открытия? У нас, в принципе, это уже касаемо самих бумаг. Бумаг будет касаемо, вот сейчас вот дружно, ажиотажно вопрос биометрических паспортов. Обговаривается у нас очень сильно. Да, почему-то... У нас было на студии в эфире телеканал «Николай» очень много прямых эфиров и разговоров, и сюжетов именно о паспортах. Да, вот я вот немного хотела также тоже вскользь захватить вот эту тему, потому что тоже столкнулась с тем, что у людей сейчас единственная проблема, где же мне его получить, как же мне его, мой биометрический паспорт заветный взять. Выскажу мнение, что биометрический паспорт – это документ, который упрощает паспортный контроль. То есть если у вас есть загранпаспорт, вам не нужно бежать, не нужно устраивать очереди буквально в первые же рабочие дни, буквально в первые секунды открытия дверей, чтобы вы не стояли. Если у вас есть паспорт, вы имеете полное право пользоваться им до момента его окончания, проезжать все границы, ставить визы, все что угодно. То есть он работает? Совершенно верно. Не надо никуда лететь. Он дает просто удобство. Некоторые страны, они пользуются биометрическими паспортами, их много, там, могу ошибиться, или 48-45 стран, которые пользуются. В частности, основная масса людей вот ездит, это по Европе, в Германию, там, в Великобританию, в США, вот, они работают с биометрическими паспортами, людям особый контроль там, упрощенный и так далее. У нас есть обыкновенные паспорта, можно ездить по ним. У вас какой паспорт? У меня обыкновенный паспорт, я, слава богу, никуда не побежала еще. Вот, то есть не надо никуда бежать. Данные какие дополняются? Это отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев берутся у нас в миграционном отделе, ставятся. Пишется заявление, срок выдачи биометрического паспорта такой же самый. Срок выдачи, срок оплаты, сумма оплаты дороже. Ну, если, извините меня, уже как бы уж сильно как бы оно, то тогда уж печет. Ну, тогда уж, да, может, действительно, некоторые люди, вот появилась новинка, я вот хочу, вот у меня единственного неповторимого будет загранпаспорт биометрический. Да, что касаемо по финансовой части, потому что вот хотелось бы вот буквально секундочку, будет отличаться стоимость, но незначительным образом. Я специально тоже сделала распечаточку. Учитывая рост всех цен и курс доллара. Да, да. То есть, как бы вот, опять же, грубо сейчас вот скажу, что стоимость общая сейчас биометрического паспорта, она не превышает 700 гривен. Здесь сама вот стоимость услуг. Можно брать этот паспорт нового образца без чипа. Просто он будет пластиковый. Вот. То есть, опять же, это на ваше личное усмотрение. Что вам необходимо, как. Касаемо процедуры самой выдачи, по срокам сроки не поменялись. Сроки как были у нас 30 дней, грубо говоря, 10 рабочих дней, 7 дней. Так оно у нас все таким же образом осталось. Если нужна необходимость срочной подачи или срочного оформления, опять же, это по сарафанному радио, и могу сказать, что это делают непосредственно в Киеве. В Киеве люди делают это в, опять же, там, государственном предприятии «Документ». Они делают его быстрее, буквально за несколько, там, либо день, либо два. Вот. Опять же, это проверенная тут же информация непосредственно в этом ДП-документе. Создавать очереди, в общем, не надо. Это тоже положительный момент. Лена, у нас осталось несколько минут.
Давайте проанализируем, подведем итоги, что у нас по бюджетному кодексу, по зарплатам буквально, нас ожидает повышение налога. У нас небольшое повышение налога, небольшое повышение самого минимума заработной платы, который также покамест на данный момент это 1218 и 1378. Это минимальная заработная плата. Касаемо единого социального взноса, это покамест, оно все вот в таком вот размытом состоянии, покамест надеемся на то, что будет все хорошо, единый социальный уменьшат, зарплата в конвертах уйдет. Пенсии? Что наших пенсионеров ждет? Касаемо пенсионеров, покамест мы видим, что появился налог с пенсии, которая превышает 3654 гривны. Касаемо пособий, точнее, вот, проездов, питания, вот этот вот момент мы с вами не... Льготы. Да, льготы, пока эти льготы не убирали, потому что как бы это достаточно громоздко, и также для студентов питание, и пока месяц это все осталось, чтобы люди тоже не кидались в ажиотаж, что я останусь без ничего. Вот. Касаемо социального страхования, мы также с вами об этом поговорим, пока месяц это тоже еще ничего, чтобы опять же люди не кипишуйте, все в порядке пока. Но. Так, вот мне единственное, что не очень позитивная новость, это 20% налог на депозит. Ну, это пока есть. Может быть, наше правительство до 15 февраля все изменит. Ну. И по поводу иммиграционной службы, не надо создавать дурдом и бежать. Есть, существует. У кого есть свои загранпаспорта старые, лучше использовать его и потом уже взять. Наша країна увійшла в режим жорсткої економії, тож будемо сподіватися на краще, що переживемо ці часи. Дякуємо, Олено, за те, що завітали сьогодні. З нетерпінням буду чекати нової зустрічі з вами. Сподіваюся, з більш позитивними, гарними новинами. Але все ж таки ми повинні знати, що нас чекає, тому що якщо знаєш, то вже озброєм. Слідуючий ефір вже будемо говорити більш чітко, більш подробно по кожному зміненню. Дякую вам. І з вами прощаюсь. Також прощаюсь з вами, шановні телеглядачі. Думаю, що сподіваюся, що ця інформація, яку ви почули, була для вас корисною. На все добре. Дивіться телеканал Миколая. У нас дуже багато чого цікавого.